Доброго вам времени суток. На этой фотографии Алессандро Папетти, итальянский художник, работающий в жанре индустриальной археологии. И вот именно этот художник, побывав на заводах ЗИЛ, АЗЛК и первой ГПЗ в Москве, где-то в середине нулевых, он там фотографировал, после чего уже в Италии создал свои картины. И вот мы посмотрим на некоторые его картины, которые получились после того, как он произвел фотосъемку на вышеупомянутых заводах. На этой картине изображен прессовый цех автозавода ЗИЛ. Фотография была сделана в 2007 году. Картина написана маслом. А это цех автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Фотография сделана в 2008 году. Картина 2008 года. Написана маслом. Завод ЗИЛ. Картина 2007 года. Масло. Первый ГПЗ. Картина 2007 года. Масло. Также первый ГПЗ. Картина 2011 года, масло. Это картина 2007 года, тоже масло. А цех какого завода здесь не указано. Написано, что это цех Рено, 2007 год. год, АЗЛК. Также 2011 год, АЗЛК, картина написана маслом, изображена старая территория. А 2008 год, картина маслом. Завод не указан. год, картина маслом. Некий большой индустриальный цех. Я предполагаю, что это завод ЗИЛ. Потому что художник был очень впечатлен цехом длиной в 2 километра, состоящим внутри оборудованием. И он рассказывал, что потрясающе на него это произвело впечатление. И было ощущение, как будто люди вот только отошли от станков. Это у нас ЗИЛ, 2007 год, маслом. И он рассказывал, что вот это вот ощущение, как будто человек только отошел, но в то же время ты понимаешь, что он никогда туда уже не вернется. Первый ГПЗ, 2007 год, картина маслом. А 2013 год, картина маслом.
Что за завод не указано? Две тысячи одиннадцатый год, прессовый цех завода ЗИЛ. Две тысячи пятый год, картина маслом. Завод не указан. Спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч!